Ребятки, смотрите-ка, что я еще же заметила, она и вправду стреляет. Вот, смотрите-ка. И она с бешеной скоростью стреляет, и это она и правда так называется. И это, наверное, оригинал, я не знаю, либо это просто весь. Да, сейчас я складываю вещи все. Вот, в свой сундук. Да. Все вещи складываю. И да. И увидимся. Ну, да, когда уже будет следующая карта. Давайте, удачи вам. Да, окей, увидимся. И продолжаем наше путешествие. И следующая карта будет... Ну, она называется так. Атлантида. Атлантида. Вот, я выговорил наконец-то. И я полностью очистил своего персонажа, только оставил одну, ну, как бы, одну краску, вот, и все. Только одну краску, и все. И я, наверное, включу тогда, когда уже зайду на этот мир. Да, или он уже? Он уже, да, грузит. Так, и, ну, еще чуть-чуть, наверное, да, в следующем видео. Вау! Я в предыдущем видео забыл вам сказать хэштег, так что говорю два раза сегодня, даже три раза сегодня говорю хэштег. Это все понятно. Это просто типа карта, да, без вещей. Тогда закрыть. А как дверь-то открывается? Вот. Все понятно. Окей. А тут у нас, да, ничего. Ну, обычный такой домик. Ну, как обычно, он здоровенный просто до безумия. Или бы у меня такой был, я бы был в шоке просто. Потому что такой офигенный, огромный дом нужен каждому. Ну вот, согласитесь, каждый бы хотел себе вот такой вот большой домина. Домина, звучит как-то... какое-то имя женское. Ну, по-моему, так и есть. Так, сходим вниз, но я думаю, тут абсолютно ничего особенного нету. Это обычный дом. Просто наиобычнейший дом. Да, и тогда я уже... Ну да, я буду с вами прощаться, потому что ну, это обычный дом. Просто большой обычный дом. Ну, говорил мудрый человек,